просыпаетесь утром? Как вы начинаете свой день? Известно, что это очень важное время, которое влияет на то, как пройдет весь день. А каждый день – это важный шаг на пути к вашим целям. Чтобы день удался, надо его начать правильно. Приучите себя каждое утро. Сразу лиса, смотрите, вон она рыжая, ой, красивая. Все, забежала в лес, на камне сидела. Вот на этом камне сидела, на нас смотрела. Приучите себя каждое утро, сразу после пробуждения, настраиваться на прекрасный день. Это очень важно, если вы намерены достичь успеха. Во-первых, после того, как проснулись, повторите мысленно ту цель, к которой вы сейчас стремитесь. Напомните себе о том, на чем вы сейчас фокусируете свое внимание и действие. Подумайте о том, как здорово, что вы сегодня станете еще на один шаг ближе к тому, чего вы хотите всем своим сердцем. Порадуйтесь тому, что ваш успех в ваших руках. Что вы тот человек, которому повезло самому строить свою жизнь. Поблагодарите жизнь за эту уникальную возможность. Второе, что важно сделать. Повторите позитивные фразы, настройки на успех, на богатство, на деньги. Вы сами программируете свое отношение к чему бы то ни было. Если у вас есть негативные установки, то они мешают вам достичь тех результатов, которые вы хотели бы получить. Например, вы хотите стать богатым человеком, миллионером и поставили себе такую цель. Сфокусировались на ней. Теперь важно, насколько эффективно вы к ней идете. Не тормозите ли себя какими-то внутренними враждебными убеждениями, что богатство это плохо. Если вы с одной стороны стремитесь к богатству, а с другой стороны считаете, что деньги это зло, то негативные установки возьмут верх и не позволят вам выйти на новый финансовый уровень. Поэтому вам надо поменять свое внутреннее отношение к деньгам. И сделать это нужно с помощью позитивных мысленных установок, которые вы повторяете сами себе. Когда вы что-то повторяете многократно, то так вы программируете себя. И ваши предыдущие негативные установки вытесняются новыми позитивными, которые теперь будут руководить вашими мыслями и действиями. Начинайте каждое утро правильно. Настраивайтесь на успех, и это поможет вам гораздо быстрее достичь ваших лучших целей.